Крупный пожар произошел сегодня ночью на птицефабрике «Белгранкорм». Огонь уничтожил один из цехов. Пострадавших, к счастью, нет ни среди людей, ни среди животных. Сообщение о возгорании поступило на пульт диспетчера в 3:39. Цех был пустым. Со слов работников, накануне птицы были переведены в другой корпус, в нем проводилась уборка. Отсутствовало и оборудование. К моменту прибытия на место ЧП спасателей кровля склада уже обрушилась. По прибытию установлено, что горение происходит по всей площади цеха. Площадь пожара составила более 3000 квадратных метров. Тушение пожара проводилось по рангу 1 бис. Всего к тушению пожаров привлекалось 30 человек, 11 единиц техники. На данный момент причина, а также ущерб от пожара устанавливаются. Открытое пламя удалось ликвидировать только к половине шестого утра, а полностью справиться с огнем в 7:25. Причины пожара и размер материального ущерба еще устанавливаются. Стоит отметить, что за этот год это второй крупный пожар на предприятии. В феврале здесь горел ангар площадью 3200 квадратных метров, где стояли стеллажи для птицы. Пострадавших также не было.